уважаемые родители, жены, дети сотрудников милиции, погибших на территории Донецкой области, защищая независимость Украины. Мы сегодня собрались здесь, чтобы открыть памятную стелу нашим погибшим правоохранителям, которые защищают, спасали независимость Украины своей жизнью. Это стела. Это память о тех людях, о тех сотрудниках милиции, которые погибли уже в наше время. Это новая история, новая страница нашей жизни. Это новая страница истории независимой Украины. Это ваши дети, это ваши сыновья, мужья, братья, которые отдали жизнь, защищая независимость Украины. Сокіл у Бозгу МВС області. Нагороду отримує мати загиблого Мандрик Світлана Іванівна. Старшого сержанта міліції Танцуру Вадима Анатолійовича. Слава героям! Будемо ж гідні цієї пам'яті, низько вклоняючись їх близько. Вони завжди житимуть в наших серцях.